матч Хельсинки. Без игры, знаете, что состав неполный. Как отреагировали, как вообще ситуация происходила? Ну, наверное, это больше нас разозлило, что ситуация, не относящаяся к хоккею, как-то повлияла на наш состав. И ребята понимали, что нужно выходить, биться за себя и за партнера. То есть вдвойне приходилось работать, и я думаю, мы как бы прекрасно справились с этим. Просто чуть не повезло, не реализовали там моменты. Я думаю, эта игра повлияет на завтрашний настрой. Видимо, я думаю, еще злее, мотивирование, чтобы отомстить. После Юкер Новосибирска Сибирь, а что скажешь о сопернике? Дружная команда, работает по системе. Все знают, кто куда идет, кто что делает. В принципе, очень против них тяжело играть. Я помню, играли, когда дома играли против них. Довольно цепкие ребята. Им удается забить, такая серия неудачная полоса. Что просто не хватает? Бывает такое, что не идет. И тренера нам говорят, что нужно через работу. Ну, грязный гол это забить, и она должна пойти. Я думаю, у каждого такое было, что такая серия идет. Нужно просто продолжать работать. Гол кверху, и она вернется.